Подготовительный процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы будет начат с нулевой точки. Армения дала свое согласие на предложение России. Պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով. Как передает Ахарас, об этом заявил председатель комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности, член правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочелян. Подготовительный процесс делимитации и демаркации будет начат с нулевой точки. Армения дала свое согласие на участие в начале этой работы, сказал Кочерян. При этом Кочерян отказался предоставить какие-либо подробности. Переговоры ведутся в режиме секретности, отметил он. В свою очередь, член фракции «Гражданский договор», глава комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян заявил, что Армения направила в Россию письменное уведомление о своем согласии начать работы в рамках процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.